Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоза, и сегодня мы продолжаем искать скинчики на Rainbow Friend. В прошлом видео мы не всех еще нашли, у нас осталось вон целая куча крутых скинчиков, которые мы даже не знаем, где находятся. Хотя вот так вот, если посмотреть, вроде бы не так уж и много осталось, но, правда, я не знаю, где их искать. Поэтому вместе с вами, под ваши лайки и подписки на канал, конечно, мы будем искать. Давай будем теперь в этот раз повнимательнее здесь проходить. Может быть, здесь что-то найдем, вот тут вот в углу что-нибудь лежит. Нет, вроде бы... А, стоп, вот это что-то такое? О, Dark Green был найден, вот он. Смотри, да, в первый раз я его не заметил, а вот сейчас он у нас уже есть. Круто, да, надо реально внимательнее просто смотреть, и тогда мы точно найдем всех, кого не нашли. Я думаю, большая часть из них, вот Orange есть, да, Purple у нас есть, Green, они все спрятаны вон там, скорее всего. Скорее всего, вон там. Здесь это что это такое? Это у нас крюк. Крюк нам не надо. Потому что вроде бы здесь я уже вот все посмотрел. Все понаходил. Может, здесь вот где-то что-то есть. Возле машин. Вот здесь вот это что это такое? О, вау, еще грин был найден сразу тут. Давай тогда мы его сейчас посмотрим. Вот так вот его используем. Пэм, есть. Все, грин мы нашли. Это хорошо. И возле деревьев мы тоже много-много скинчиков понаходили. Может, и с этой стороны тоже есть где-нибудь здесь. Лежит какой-то скинчик. Вот тут вот. Опа, посмотрим, вот это что это такое. Нет, ничего. Здесь вроде бы ничего нет. Хорошо, погнали тогда мы с тобой вот сюда. И тут у нас... Надо, наверное, проверять каждый столбик, каждую такую клеточку. Давай я сделаю ресет, пожалуй, да, чтобы нам было легче искать. Легче надо нам искать, потому что с этим скинчиком мы точно можем что-нибудь пропустить. Повнимательнее вот сюда подходим, каждому столбику, каждому фонарику все это проверяем. Здесь проверяем, вот здесь. Нет ли у нас ничего такого, что мы пропустили? Может быть, вот здесь наверху надо тоже что-то проверять. Вот тут вот, например, у этих столбов, у этих фонариков вроде бы ничего такого нет. Странно, куда тогда это все попрятали? Куда попрятали? Я вот к каждому фонарику подхожу, ничего пока не нахожу. Как это так? Куда это все могли спрятать? Ребята, куда спрятали у нас все скинчики? Но вот так вот, если смотреть, да, вроде бы ничего такого вот не видать. Ладно, погнали вот в эту сторону. Здесь посмотрим, может, в этих шкафах что-то запрятали вот тут вот. Нет, нет, здесь тоже нет ничего. Может, тут? Тут, кстати, я находил. Вот здесь вот крылышко было, крылышко я находил, да. Проверяем теперь вот эти вот столбики. Здесь у нас есть что-нибудь? Что-то такое привлекательное, что-то интересное. А, может быть, реально на этих столбах что-то есть? Но я не нахожу даже на этих столбах ничего. Как это так? Куда все это запрятали? Может быть, здесь у деревьев? Так вот, смотри, этот столбик вроде бы пустой. Вот этот столбик, тоже на нем нет ничего. А вот так мне что-то показалось, как будто там что-то есть. Может быть, здесь. Или здесь. Но я уже каждый столбик почти пробежал, и там везде пусто. Нет ничего, смотри. И здесь тоже ничего нет, и здесь нет. Я все столбики пробежал. Здесь тоже проверяем. Может быть, здесь что-то положили. Вот тут, это что это такое? Тут рука была спрятана. Оранж. Вау. Здесь был оранж. Вот это да. Оранж. Так, используем его. Трансформируемся. Есть. Мы его нашли. Вот, прикинь, вот здесь вот лапка у него была спрятана. А так сразу и не заметишь. Реально, да. А еще где? Вот у нас еще что-то есть. Смотри, какая-то маленькая штучка. Это что это такое? Светильник? Или это скинчик? А, это, кажется, светильник просто. Понятненько, понятненько, ладно. Но все, мы здесь пробежали.
Здесь мы все пробежали, может быть, здесь еще что-то мы опустили. Пожалуй, давай мы проверим здесь, 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 здесь. Ничего нет. Ладно, давай сбросим скинчик вот так вот. И... А что, я не могу спуститься? Вот могу. Сколько мне еще? 4 скинчика надо найти. Вот у нас есть Purple, есть Claw и есть Cook. А где это все искать, интересно? И вот Colorful у нас есть. Тоже непонятно, где его найти. Погнали, наверное, возвращаемся вовнутрь и попробуем еще раз вот здесь посмотреть. Может, реально мы здесь вот что-то пропустили. Еще, например, вот тут вот это что такое? Это я находил. Вот здесь вот это я находил, да, электро. Может быть, здесь... Ой, что это такое? О, реально, смотри, это Cook Blow. Он был здесь. Жесть. Смотри, повар был здесь, оказывается, все это время. Я здесь в самом начале был и сейчас зашел. Заметил, да, я 2 раза здесь был и 2 раза не заметил этот скинчик. Может быть, тогда мы еще что-то здесь пропустили. Тогда давай отправляемся вперед. Будем искать, 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 искать. И будем искать, наверное, вот опять-таки отсюда начнем, да, вот здесь вот. Будем искать здесь. Хотя здесь я вроде бы вот все нашел уже. Уже по максималочке. Ну, давай я сделаю ресет скинчика, чтобы мы случайно ничего не пропустили здесь. Давай посмотрим здесь эти столики. Вроде ничего такого нет. Флэш мы находили. Это мы находили, кристалл. Там пчелку мы находили. И в целом, вроде бы, здесь все мы уже нашли. Тогда нам надо идти, наверное, в другой. Где у нас склад находится? Побежали на склад. А там мы найдем то, что так долго искали. Надеюсь, сможем с этим справиться без проблем. Без проблем. Хотя, здесь я вроде бы тоже все нашел. Вроде бы был найден. Вот это тоже я находил. Что еще мог здесь я не найти? Что я мог здесь пропустить? О, смотри, Росомаха. О, вот это я пропустил. О, во. Скинчик найден. Так, Клав, вот он у нас. Во, во, отлично, с когтями, смотри. А, ноготочки. У меня теперь топ. О, смотри, еще что-то нашел. О, Purple, Purple найден. Так, Purple, вот у нас еще есть Purple. Вот он у нас, найден, он тоже был здесь, оказывается. И в первый раз я его не заметил, а он был здесь. И кто у нас остался? Последний скинчик. Это у нас Colorful Green. И что-то мне подсказывает, что мы его все-таки пропустили там, где у нас клоунская локация. Потому что он похож на клоуна, и он, скорее всего, вот здесь вот где... Карнавал. Вон здесь находится. Но как мы его могли пропустить, ребята? Вроде бы мы прям все досконально изучали. Все проверяли, где мы его могли пропустить. Где мы... О! Вот он! Вот он! Найден! Так, Color... Colorful. Вот он есть! Его нереально было сложно найти, потому что вот у него малюсенькая пипка на столбе торчит. Прикинь, я все столбы пробежал, а этот не пробежал и не заметил. Вот он у нас, разноцветный грин. Блин, прикольно, прикольно, прикольно. Мне нравится этот скинчик. Получается, мы все нашли, да? Ну-ка, 40. Да, мы нашли все скинчики, ребята. Напишите в комментариях, какой вам скинчик больше всего понравился. Мне вот, вот этот вот, допустим, понравился. Вот такой Росомаха с когтями. Прикольный такой, чун-чун-чун. И вот этот Color Full. Тоже прикольный был скинчик. Но я не знаю. Но, наверное, самый топовый этот. Dark, Dark Green. О, вот такой вот. Прикольно, мне нравится. Жду ваших комментариев. Также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. На этом у меня все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.